5 вопросов о Карабахе, на которые армяне не знают ответы. Юные герои нашего фильма «Карабахские соловьи» достойны продолжателей этой славной традиции. Степан Георгиевич Шаумян, армянский революционер и политический деятель начала 20 века, известный как террорист и убийца тысяч невиновных людей, обманувший своих соратников и убежавший в Индии с награбленными богатствами, умер и похоронен в Индии. В эпоху СССР уверяли, что он похоронен в Баку. Если Карабах – исконно армянская земля, то почему не нашлось иного древнего топонима? В 1978 году армяне Нагорного Карабаха отмечали 150-летие своего переселения, и в честь этого был воздвигнут памятник в селе Марагашин. Село названо в честь своей первой родины, армянского села Марага в Иране.